Намиказа, иди себе. Че, я квест сделаю на Синдре? После первой взлетки возьму босса. Попробуй. Ты можешь на второй фазе это сделать. Там можешь не успеть потом. Поэтому лучше на второй. Ну, к концу первой. Первое дыхание ловишь в любой момент. А вот остальные лучше... Он на второй уже добить. Же в танке, какая ему разница? Ну я просто после первой взлетки заберу, да и все. А, это Алоэ говорит. Да-да. Все, я понял. Милику в хэме глупо делать квест вообще. Есть обычка для этого. Так он в принципе, у него все условия. Не, я говорю, если ты не танк, это понятно. Давайте в танков, значит, медведь даешь и Алоэ. Собирайте трэш, начинайте чистить. Блин, чё я спекнулся? Я бы сейчас... Потом... Хочешь сейчас потанчим? Да, пофиг, я уже дерево. А не, я успею. Покрути их там. Вы какой-то квест сделали? Ну это перевербовка. Настоящие водилы гоняют, но не загоняются. Можно будет в танков в первой пати всунуть. Неудобно вообще. Кому неудобно? Я во Фроста, наверное. Когти-то есть у нас. У кого? Не знаю, но баф. Я сейчас пекну. Напулили так, что я стоял, спекался, и на меня мод прибежал. Надо посреди рейда спекаться. Ребят, кто у нас топ ДПС из РДД сейчас в рейде? Даркис. Лоси Даркис. Что с ними, Гадзе? Знаю.
Возможно, с клиентом беда. Куда вы убежали? Просто интересно. Лага, можно релогнуть? Быстро. Релогайся. Приказы, ты в ДИСе, ты зайдешь или нет? Вон он пишет. Ты ж чат читал. А я ДИС открывал, смотрел ДИС. А, РДД здесь тоже фласки на сапрот пьют, да? Все пьют фласки на сапрот. Кто на синдру, что на проф, что на лича. Кто ее выпьет и перепьет, тот получит ГП. Рыбку. Сейчас достану. Дайте, пожалуйста, фласочку одну, я друиду верну. Надеюсь. Давай, я тебе дам, да. Ну, типа, на свете-то можно перепивать. Слева стоит. Там в чем проблема? А мы разве Лану не убили? Убили. Первый медведь на боссе я после взлетки потом заберу. Вот сын, да, первый будет? Нет. Медведь, медведь, а где нет. Твои фрост шмотки? Ну, пятая группа хилы. Еще шторы вместе с ними в четвертой группе. Можно магмав, пожалуйста? Я ему лужу покидаю. 153. Верчи на пул. Сейчас с метками там убираем. Бежим на балкон. Видаешь, ты в ромбике остаешься. Глупцы! Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унесут ваши души! Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! А что там, по Джане новостей не было, все еще выключено. Фридом там по медведю, что-то он медленно ходит. Шип-шифт? Да. Ну он, видимо, форму менять не умеет. Вот этот склеп, череп с медведем, я так понял, да? Я в метке стою, да. Там разбейте, справа танки в метках стоят, прям. Чтоб босса поймали. Я фуловый стою, Мишка, лови. Не забирай, не забирай. Медведь. Пиздец. Блядь, что ж ты делаешь-то? Сейчас перестану.
никто не уцелеет! Справа. Bloodlust. Нет. Мелики разбили. Скидывай заметку, иди, медведь. Стопните, пускай скинут. Так. Отойди от него, медведь. Отойди. Уйди. Господи. Все, забирай, подойди, босса забери. И разбивайте. Фридом, пожалуйста, вообще пешком хожу. Да нормально, я на следующий скину. Две метки подряд. Минус там. У него нет фрост-резиста. Давайте, давайте. Гимн. Метка сдох. Да. Не, мне кажется... Это на стороне танк. Надо... Пусть он похилит. Надо ему принудительно сменить спек на тот, в котором он ходит, в сову. Ну... Я давно сгорел, когда он там забрал какую-то тренинг. Извините меня, конечно, но это не дело, блин. Ты, ну, ты танчи, пока ты научишься там в РБК, там, ходи там, я не знаю, самые рейды. Вот как ты научишься, тогда и меняй себе спер. Только прежде чем его менять, ты сначала покажи, что ты танчишь, ты, ну... Смысла нет тебе в мишке ходить, блядь. Не поднимет последних. Пускай у него мейн будет сова, как он и есть. Кстати, а танк должен скидывать за меткой, которая по центру, не которая дальняя. Разве нет? Давай в танк медведь даешь, хила. Да там не важно, где без ты разницы, он может на спринте подбежать, забрать потом. Это же не пешком. Че лежим? Встаем, встаем. Реснуть мы вас не сможем. Вообще тут двое, блядь, живы. Почему реснуть не можете? Шкаф сумон сюда людей. Диван для кого даешь, чтобы пешком бежали? Ты меня там не перекидывал? Привет тебе. Сейчас кто будет танковать? Танкует Луцини, Алоэ, Медведа Ёж, Хиле. Я думаю, эта неделя для него будет последняя, как для танка. Мясо есть?
Ставлю рыбу. Кулак, ой, кулак. Таску присоба. А он вообще как-то реагирует вообще на то, что ему говорить? Не знаю. Был бы с микрофоном, было бы проще. Пусть на этот машин в ПМ пишет, я не знаю. Па, привет, а вы на ком? Синдра. Из меликов, кому не нужен лут с ЦЛК, кто хочет послакать? Так, чё, я нужен или нет? Да. Сейчас я релогнусь. Каску подыкадайте, пожалуйста. Йотан, значит, на замену женёку, рейд. Сейчас. Только домой пришёл. А чё, Йотан? Хорош свакать, давай каску. Йотан баф даёт. Йотан баф даёт, да. Может, на Миказа? Какой баф? У нас хан. Бладовский. У нас хан, да. Где бладовский баф? Я не вижу бладовского бафа. Он тэпнулся уже. Блять, рыбы не вижу. Он почему-то перебивает хантовский почему-то. Я просто никак не могу уйти, понимаешь, на замену. Я это сам вижу. Кир, знаешь? Короче, на... Друг, понимаешь, это... Махов, можно? Чё, Луцинь, первую это, до первой взлётки по танчик? Тыгните. Ну чё там, всё готово? Женёк, чего не хватает? Сейчас, я только спекнулся, сейчас, секунду. Ману отрегеню, скиллы Т5 выставлю. Да все можно, в принципе, да не запускать. Давайте пулять. Так, и саппорт выбить надо, да? Да. Ага. А демона нету так же? Есть. Два элема. Немка поставишь на СПД? Есть демонка. А, есть, отлично. Я в глыбе возьмешь босса, справа. Я потом заб... Так до второй фазы? Или ты сейчас хочешь забрать? Сейчас хотел забрать. Странно, я стоял за пиваром, почему? Прыгал, наверное. Нет, ой, я поднимешь его, как сядет. Поднял. Сейчас заберу. Ставлю дыхание. Ну, давай. На меня освобожден, как хильти танк. Ледяная ладонь смерти сжимает сердце.
Freedom по ДК. Ты ловишь? Да-да. Там же. А у кого новый ДБМ? По-моему, радар очень поздно включается, нет? Лол. Энжи поднимешь, как сядет Луциня. Блин. Вы чё? Сука. Пока тут, алоэ. Быстрее, БР. Шторы по проне. У меня еще есть БР. Медведь даешь ЛРЭ. Шторы по проне, я уже говорил. Быстрее. Цини метка. Отойдите. Бэры будут? Шторы, медведь даешь. Поднимите ж. Я на 20 тысячах секунд 10. Можно уже падать. Здесь вайк. Можно подождать мои 17 секунд до дела. Живите. Я дал. Ну из-за чего все началось, блядь? ДЦ, батан. Там нам не было ПКД освобожден. Она заканчивает, сразу новая накидывается. А что за проблема встать на одной линии с бомбой, с глыбой? На прямой, не на кривой. Сложно, что ли? Почему танк-то уронили, я не понял. И меня взорвался. Краем бомбу зацепил. Под секунд до мастерец на лба подбеждает. Вот ты, Луцинь, побежал почему-то в правую сторону. Ты в курсе, что там конус дыхания идет? Я побежал вправо, потому что там уже как не успевал далеко влево. Потому что надо было остаться в центре, в звезде. Рейд стоит вот здесь, вот в центре, не скидывайся. Я побежал, я понимаю, я бежал уже менять танка. Это все круто, надо было в центре остаться. Люди остались в центре, в частности, пока тут. Побежал выносить вторую метку вот сюда и сдох, потому что, сейчас, во-первых, не прохилен был. Нет, там не спылился. Не прохилен был. И на нем... были 6-7 стаков таинственной энергии. Рыба стоит. Склеп прилетел, шотнул его. До прилета склепа 7 секунд есть. Каждую метку надо заходовать, давать деф. Нихуя не было тут, пока тут. Ни от него, ни от кого из хилов. У нас еще 3 пула этого босса, и мы на него забиваем болт и уходим дальше. А профаж-то? Да, именно так. Очень много взрывается, освобожден. Дайте шкаф, там рога стоит. Ее вообще взрывает.
каску по ДКМ. Женек, куда ты делся? А чё он замучен, кстати, здесь? А что он заебал своим включенным микрофоном по голосу? Кстати, что-то говорит. Размутайте его, что ли. Он может что-то говорить, если у него... Женек, где ты? Мут снял с тебя. Ты вернешься или что с тобой? У него да, свой... я же сказал, что я релок. Ну, тебе мут повесил. Я не знал. Кто-то. Зато все прекрасно слышали, как у тебя девушка убирается в квартире. Да, я на пуле не слышал. Короче, на пуле. Пул босса. Сын, зачем ты сюда лицом пулишь? Он же, блядь, въеблал нам дунет. Он да. Не дует. Он не дует сразу. На лестнице. Интересно, он стоял за глыбой, его убило. Он не близко. За глыбой. Прямая линия должна быть между взрывом, глыбой и вами. А не хуй пойми так, как. Я ловлю. Бэр, у кого есть плюс чат. Шторы поднимай, Норд Легион. Луций не исчез. Услышал тебя. Фридом по ДК. Никто не уцелеет. Слева.
Bloodlust. Метка в рейде. Цин забрал, хильте его. Если у кого-то БР есть, поднимайте ДЦ. Поднимаю бой. Не разбивайте. Не трогайте метку, не трогай. Забираю. Можешь бежать. Луцинь, подними что? На мне освобожден хильте танк. Мелики разбили. Я могу забрать, я не флоу. Давай. Хильте танк, что-то хил вообще нет. Хилу вас обождем. Наконец-то, не говори. А чё, сколько мы вайпнулись? Я почти весь бой был. Третий пул это был. Там перезагрузка. 14 минут. Ну профал ёбнуть успеем. Там надо Ой, возле правой лапы стоять. Тогда не будет откидывать. Это, а чё вы, чё-то я слышал слух. Какой-то джайны что-то поломали или что? Ее закрыли пока. Слишком близко к хвосту подошел, значит. В смысле закрыли? Ее теперь нельзя траить, типа, или что? Не работает, не запустить. Кирс, нажми что-нибудь. Понятно. А почему, почему так? Не доложили. Может, баги фиксят. Своевременно. Может, купол перестанет пропадать. Понятно. Чё, тут... Кто три не забрал? Написано вон 800 ГП, ты не видишь? Да я в глаза ебусь. А, всё, Даркис. Да я тут сегодня с интернетом боролся целый день, блядь. Побеждал, что же с ним не так? В итоге просто раздал с телефона с жены. И победил его, хуй знает. А может быть такое, что ноутбук стал внезапно плохо через Wi-Fi ловить интернет? Или это не может быть такого? Может быть все что угодно. Только хотел сказать. Скорее всего, нагрузка идет просто на сеть из-за того, что дома любит. Чё, когда понимаешь? Будешь микрофон на кнопку побеждать? Компы это такая вещь, вот он, смотри, может работать, а ты его выключишь, и он больше не включится. Вот ты подумай. Точника не выключай. Кстати, у меня ком с 15-го года не выключается. Только перезагружается. Он у тебя на дизеле, что ли? Не глушишь? Не, нереально, у тебя бы термопаста сгорела бы. Ты бы уже бы грелся. Я не знаю, что такое термопаста. Ну давай лог запускай. Потом в какой-то момент он перезагрузится и больше не включит. Ну там обнова типа перезагружается иногда и все. Ну также я на сон ставлю. Тоже, наверное, года с 15-го. Не включаю. Не, я на сон не ставлю. Странно, вы типа у вас. А как вы там от пыли чистите и все вот это фигня? Да там само очищается все. Там уже, блядь, как крысиное, блядь, гнездо, ё. Такое, блядь, из этих
из затростков пыли, блядь, сложены. Кроешь, а там в курсе какой-то, люди в черном, там уже чего человек. Ну-ну-ну, славься, Войд, славься, Войд. Удали про товары. Берсау профа 10 минут. До ребута 11. Мы будем ждать ребута, ничего пулить не будем. Сижу такой, блядь, жду этот куст ебаный, он не появляется. Слушай, как там делать вообще? Да? Куда надо в первый раз бежать? Да первый вообще не надо делать даже, там можно сразу за круг. Тогда можно выйти, чтоб сопрот не тикал. Конечно. Чё, Mortal Kombat? Ты-то вдруг запускай. Комп не вдруг у тебя потом не включится. Я знаю, что они ночью кирс ресуются. Я тут 3 часа, блять, ночью. За этого можешь за ледяного сыграть? На чем вам этот? Я думаю, может, чтобы после ребута все были тут, дальше идем без каких-либо перекоров. Сыграй за нуба лучше. Ой, за нуба. Понимаете, ну, что ли? Ну, давай похуй, давай один разок. Твой спек. Кирс, ты можешь почитать всю тему, там все расписано. Медведа даешь, значит, чтобы до нового КД посмотрел видео абсолютно на каждого босса, как его танчить. Либо просто в интернете, либо на канале у Воина. Если ты хоть раз еще где-то зафейлишь, мы с тобой попрощаемся. Хоть он живой вообще, может это программа, может это скрипт вообще? Ну нет, в личку вот мне написал на удивление. Вот, да. Скрипт медведаешь? Ты танчишь ненормально нигде. На боссах, где нужны резисты, ты идешь. Там шмотки стоят, блядь, 100 голды от силы вот этим резистом. Мне вообще не дано. Человек пришел в гильдию с моим спектром там. Это на что точно не хватает. Игровая клава? Да хуй знает, наверное. Ну, типа файтинги, на которые можно играть. Ну, которые 2 кнопки сразу можно нажимать. Без понятия. Я видел тебя тут там полпятого стрима бывает. Даркер, ну? Я уже проехал.
как они вообще выглядят? Там, блин, снаружи что ты хочешь? Ну, на дыхание умер, не знаю. Заслужил, по идее. Ну все, сам решай, как бы. Где даешь? Люди есть нормальные танки, которых можно проконсультироваться как минимум. Спросить тактику на босса, узнать, что надо делать в танке, что не надо делать в танке. Ты же не убил не первую неделю. Я надеюсь, ты меня помнишь, у тебя времени ровно на следующем. Либо видео, либо хватит сюда. Thank you.
Черебута не было еще? Еще нет. Дело-то не в просто везисте, дело в исполнении. Как ты позиционку понимаешь? Кстати, всем игрокам советую удалить нахуй свои собирательные профы с мейн персонажа или поставить нормальную профу. И у кого вообще не вкачана четвертая профа, советую вкачать. Да это вообще, я не знаю, кем надо быть, чтобы собирать на мейне. Не, ну почему, шкуру-то можно и поставить, типа, 60. Бля, есть более профитные профессии, чем шкура. Учитывая ну, то, понятное дело, но некоторые ставят чисто ради 60. Учитывая то, что я... Можно ювелирку взять, да, и это уже камень плюс 50 крита или сколько он. Вот эти плюс 50, хоть там плюс 1500. Это вот эта вот хуйню, то, что за все время игры в этот Warcraft, блядь, на любом сервере, я понял одну такую вещь. Хоть у тебя миллион брюлей, если ты нуб, то ты вайпнешь рейд, блядь. Хоть у тебя 10 проф, хоть 25 проф, блядь, хоть плюс, блядь, хоть у тебя 300 тысяч хп в танке, ты вайпнешь рейд, блядь. Понимаешь? Учитывая эту хуйню, без проф персонажем, без камней, без брюлей, можно сделать, блядь, так, что рейд не вайпнется. Ты не понимаешь, что роль. Человек тупо не доигрывает, когда у него, блядь, не капли? Не, одно дело человека. Элкашные камни стоят, чарок нету, и, блядь, профа какая-нибудь нахуй, алхимия там стоит вместе не, с травкой и гор. Тут немножко две разные вещи. Одно дело человек не доигрывает, а другое дело его перс не доигрывает, его статы. Вот, допустим, нету меткости, ноль меткости у танка, промах таун там. Вайп рейда. Вот это не человек виноват, а именно то, как он собрал. Если капы собраны,
но у него, блядь, нету, допустим, 4 проф, у него 2 профы. Если у него собраны капы, блядь, ну, собраны там защиты, там меткости, мастерства на танке, он не вайп, не трейд. Чисто потому, что если он играет по тактике и нормально все делает, вся ротация, все правильно, он не вайп, не трейд. И он не подходит под категорию, типа там, блядь, он не доиграет. Ну, его персонаж, блядь, охуенно собран. Если бы у какого-нибудь ковата стояло бы травничество и кожевничество на танке, нахуй такой танк нужен был бы в ОКХМ. Кожевничество топ, ты чё? Кожевничество же норм. Ой, не кожевничество, не... Собирал? Снять его шкур. Вот тебе живой пример, вот мой танк. Без какой-либо... Есть собирательные профы, без которые брюлей. Дают вообще по минимуму. Без брюлей, блядь. Без любой хуйни, вот что ты назвал, без проф там. Вот тебе ОКХМ. Каждый так может, просто надо понимать, что ты делаешь в рейде. Блядь. Ты хочешь сказать, у тебя проф нет? Угу. Потому что там хилы пукают, откуда ты знаешь? Заходит вроде. И на ком у тебя проф нет? Да на всех. Сполы все. Профы ничего не решают. Решают? Нет. Вот два одинаковых человека, у кого есть проф, у кого нет, тут лучше. Поэтому пианист МТшит, а вот... Что у тебя за, блядь, алхимия с Энжой на... Варя. Не знаю, это баг какой-то, наверное, там нет проф. Инжа нормальная тема, чуть тебе не надо. Там забагалось что-то, ну, перезагрузи страницу. Вообще, там в РС 25 гер я обычно в тьме не танчу про товаром, поэтому мне это не надо. Два видоса есть, а это, ну, это тоже фейк. Это все хуйня, не верьте этой хуйне. Я, блядь, в шоке с вас, нахуй. А что в шоке-то? Что тебя не устраивает? Чем тебе инжа не нравится? Ты понимаешь, тут всего две профессии, блядь. Две. Не кожевки, которая должна быть на танк. Да никто никому ничего не должен. Не ювы. Не придумывай. Ну не должен, но знаешь, для мейн танка идеальная как бы, кожевка и алхимия. Оно как бы будет хорошо. Тут никто не спрашивает, что там статус. Из, там, на офи из топовых гильдий людей просто кикали за такую хуйню. Ну, топовые гильдии, да, если ты проф все не сделаешь, нормально можешь нормально играть своим персонажем и вырабатывать его на полную, то нахер ты нужен так. Даже если ты четкий, ты был бы еще баще, если бы у тебя был. Я своему шаману 4 профа вкачал еще когда, блядь, был 240. Ты знаешь, Фарадей, это ты разглагольствуешь про профы, да? Я тебе так скажу. Ну вот, допустим, как Вага говорит людям, делать камни, чарки и т.д. и т.п. Чарки согласен, камни насчет полиролей. Ну, то есть это мое мнение, как бы я не особо с этим согласен. Но типа, блядь, если ты дамажишь, если ты отыгрываешь и не косячишь, как бы сойдет и так. Если у человека, если вот я не вставляю камни полироль, они у меня есть, я просто их не вставляю, потому что мне нужно для добития капов. Ебаный фильм. ОКХМ, так и скажи, сойдет и так. Я бы уже ОКХМ с вами. Ты как бы, у меня ДПС, скажешь, маленький. Шмот. Ты их перебьешь. Есть люди, которые априори ходят вагонами с ЛК камнями, допустим. Они кладут болт на то, что им говорят. Я не к этому веду, Ваг. Я согласен с этим в целом. Для гильдии, да. То есть, ну, они хоть как-то повысят свой ДПС. Но вот если человек ДПСит и без этого, в чем проблема? Больше или танчит без этого? Лорей, еще больше Т4, нахуй тебе Т5, ты же в Т4 ДПС. Больше и ДПС, в Т4 я ДПСил, в чем проблема? В Т9 можно ДПСить. Зачем тебе вообще что-то дальше? Да вы такие интересные темы подняли, я не знаю, блядь. Не, Фарада просто свято уверен в том, понимаешь? Что, ну, вот, сделай профы. Сделай профы такие вот, чтобы, я не знаю, ДПСил, как... Сделаешь? Всегда должна стоять портяшка для прока, всегда должна стоять кузнечка для дополнительного сокета, с учетом того, что сейчас есть полироли. А на танке всегда должна быть кожевка.
Максимум можно? Выжить, понимаешь? Можно пусть слово скажу? Тебе если у тебя есть такая возможность, игра тебе ее предоставляет, а ты просто ложишь болт на это. Слово можно скажу? У меня на роге сейчас вот стояло 6 БКшных камней неполированных и один БКшный камень. Я смог это все подогнать под полироли, все там подходит сейчас по статам, с чего я выиграл 200 хосты и 450. Теперь там все четко подходит и по капам, и ДПС выиграл из этого. Но до этого я тоже так же дома. Короче, я тебе скажу, что, блядь, две профы — это 1000 ДПС. Железно. Я, блядь, тестил этим шаманом еще 240-м, когда был. Когда я вкачал шаману, блядь, две дополнительных профы, и вообще шмот не меняя. То есть это реально, блядь, дохуя что значит. Я до сих пор на своего шамана не могу скинуть начертание, перекачать на кузнечку, потому что раньше полиролей не было, а теперь они вышли. Но я этим не занимаюсь, потому что мне нужно как минимум 2 дня. А у меня этого нету. Будет у меня 2 дня выходных, я перекачаю. Такую вещь интересную скажу. Убить, чтобы леча 25 гер, нужно 260 тысяч ДПС. У наших рейдов 500 тысяч ДПС, и мы вайпаемся на лече. Поэтому ни профы никакие, никакая эта хуйта ничто не решает вообще. А вот лужа в центре от челика с брюлями, это охуенно. Согласен. Так что вот эта вся хуйня, блять... Я не видел, что не, там причем, это, чем больше ты дашь ДПС, тем лучше все равно. Танки. Кто что хочет, танчить там. В обойме сидеть. Могу в обойме. В обойме Макс, сидеть. Я на иду. В обойме. Если на Микаса нет, можно йоту накинуть. Я к чему вел просто. Не нужно заявлять вот это вот, типа, нахуй ты здесь. Некоторые могут считать, неправильно это понять. Что а что у тебя люди, собирательные профы на роге или что? Либо сидят собирательными профами, они всегда будут хуже людей, у которых нормально расставлены капы и нормальные... Немножко просто... неправильно сказал. Не люди, а персонажи. Люди, просто... Так, флут заканчиваем. Перчен на АФК. Луцин, ты в обойме сидел, знаешь, что там делать, нет? Конечно. Ну давай, ты будешь-то в обойме, алоэ на боссе. Так алоэ хотел в обойме. А у нас мели хасты не будет. Окей. Обойма не раздает, да? Ну ты вроде в него садишься, он исчезает сразу же. Так, до третьей фазы. Ясно. Меточки для кемпов я ставить не буду, я надеюсь, все помнят, где зеленый кемп, где красный кемп. Рыбу поставил. Я плюю только в красный на переходке, правильно? Да. Да, 2 раза плюешь. И улетайте в центр, пожалуйста, ребят. Очень прошу. Не рчи на пул. Да, стой, кто танчит? Надо ж диван, да? Алоэ, Луцинь. Значит, перед третьей фазой Локи и СС по Акинаре. Даркис по враске. Не мись меня это, блять, я не могу фрейма вытащить. Кто первым будет давать? Ты. Луцин заберешь на перефазе. Там Луцин, да. Против часовой или по часовой? Да, без разницы вроде. Окей. Все, я готов. Прикол. Чё? Быстрее говори. Стоит Обама. Диспель так Обама стоит, а я бегаю. Диспельте быстрее. Вы диспелили, она не исчезла. Кто диспелит у меня? Да, багово. Диспелил, ничего не происходит. Ещё выбить можешь? Наверное, умеет. Слишком много. Чё, падаем? Да. Это рофлы. Люблю сирус. Я тебе объясню один раз. Да? Когда ты за друида играешь, выйди с формы, будь без всяких форм, не нажимай никакие кнопки и только правой кнопкой мыши нажми на стол. Вот, как только на тебе появится эта кукла, начинай уже двигаться и делать все, что делает кукла. Вот. Никакие кнопки. Он зашел, что ли? Что-то нажал лишнее.
неожиданно. Либо в форме, либо в момент, когда выпил и что-то нажал. Да, Лок, встаешь и даешь масрез. У меня такой первый раз. Я говорю, что ты нажал-то. Раньше такого не было. Ну, я не первый раз танчу профан и в обаме сижу. Такого не было никогда. Рыб стоит, раздаем бафы. Багичные коды. Прикол в том, что кукла осталась стоять, а я могу снизу под ней бегать. А скиллы появились ее? Нет. Мои скиллы. Просто кликнул на смену формы, вот и все. СС-то должен был мне дать. Причина бафы пул. Сейчас ману попью. СС-то дайте. Че, рыбу затыкаешь, что ли? СС Локи повесит перед третьей фазой. А, вон там еще одна стоит. А, окей, я понял. Рыбу поели, плюс чат там оставите. Да, Даркис.